Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. И сегодня мы с вами будем расписывать вот такую керамическую планшетку. Сейчас покажу вам ее поближе. Я использовала акриловые краски и моделирующий гель прозрачный. Он имитирует воду. Но даже если у вас его нет, то можно просто нарисовать рисунок. И хотела напомнить вам подписаться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. А также заходите в мой инстаграм и группу ВКонтакте. Я правда очень стараюсь вести все эти сообщества, чтобы вам было интересно. А теперь давайте начнем рисовать. Вот такую заготовку я предварительно загрунтовала. Также можно карандашом наметить очертания для удобства. Начинаю с воды, использую синий, черный и голубой цвета. Так как я держала образец в руке, то заранее извиняюсь за тряску в кадре. Черным цветом я затемняю воду около рыбки и кувшинок с одной стороны. Теперь зеленым цветом закрасим кувшинки, и пока они высыхают, перейдем к рыбке. Для нее используем кисть поменьше и много разных ярких цветов, таких как красный, оранжевый, желтый. Тут ваша фантазия ничем не ограничена. Также я старалась наносить цвета мазками, чтобы передать пятна на чешуе, а плавники делаем более размытыми. На туловище с нижней стороны добавляю немного синего и фиолетового, как будто это тень. Стараюсь показать объем. Не бойтесь, если что, закрасить какую-либо часть черным цветом, а потом попробовать нарисовать по новой. Также крутите заготовку для удобства. Чтобы цвета были более насыщенными, я наносила их в несколько слоев. Это тоже нормально. Если вам кажется, что работа тусклая, можете так делать.
Теперь рыбка меня устраивает. Возвращаемся к кувшинкам. С ними у меня не было какого-то определенного плана действий. Я просто наносила разные оттенки зеленого, желтого, иногда даже голубого, а контур обвела черным. Остаются детали. Я еще немного добавила белил на голову рыбки и сделала такие звездочки. Еще можно добавить цветочек, хотя у меня он странно выглядит. На этом можно закончить, но у меня был прозрачный моделирующий гель, и я захотела сделать эффект воды, просто нанесла его мастихином и распределила по рисунку. Лишний гель можно аккуратно убрать салфеткой.
Вот такая работа вышла. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!